Всем привет, друзья! И сегодня у нас долгожданный Roblox! И я сегодня играю в симулятор пчеловода! Что это за пчелопанда тут летает? Подпишись на канал! И сегодня у нас снова конкурс, чтобы получить от меня подарочек и стать нашим другом в Roblox. Моим и Папандиным. Йо-йо, привет, бро! И нужно соблюсти всего лишь три простых условия. Это подписаться на наш канал Папанда и Майя. И поставить лайк под этим видео. И написать любой комментарий. Да, и мы случайным образом через специальную программу выберем победителя. Поехали. Поехали. Итак, мы уже в игре. Папанда, ты будешь обучаться, потому что ты отлично, первый раз играешь. Да, я очень хотел в эту игру поиграть. Да. Пчеловода. Будешь меня сегодня обучать? Ну да, пока что я не такая уж прокачанная. У меня нету 25 пчел. Ну, в общем... Что значит прокачанная? Прокачанная — это когда у тебя все вот эти... У тебя 25 пчел, и ты можешь добраться вот до вот той дверцы. Вот до той. Ага, и там что, много-много меда? Нет, там можно собирать мед, и тебе никто не будет мешать. И там можно купить вот этот вот такой вот парашютик. Мишки-мишки любят мед, мишки-мишки любят мед. И знаешь, что тут самое интересное? Что, а? Тут есть медовый шторм. Вау, да, это да. Когда что, весь в меду, что ли? Да, вот эти поля, и тут есть мед. И в общем, еще для тебя это будет классная новость. Какая? Тут есть дождь из желеек. Круто! Конфеток. Здорово. Да, которые можно сделать. Вот бы в настоящей жизни такое, а, устроить. Ну так, для начала нам надо занять какую-нибудь установочку. Вот, будет вот эта наша установочка. Вот, у меня тут уже 6 пчеловок. Это домик наш, да? Да, улей. Вот, у меня есть 6 пчел. И если что, Папанда, я тут делала квесты и заработала у вот этого Мишки, вот это вот, который сейчас вот такой вык-вык-вык-вык, заработала серебряное яйцо, которое мы сейчас посадим. Так, вот сюда вот я хочу. Какая у нас? Вау! Прикольненькая. Ой, какая-то страшненькая пчела. Не, прикольно. Прикольно. Ну, серебристая какая-то или какая синяя? Ну, синяя она. Так, да, и я еще хотела себе докупить пчелку за 10 тысяч. Ходим. Так, ну вот. Ой, 15 тысяч стоит. Так, покупаем эту пчелку. Мы купили пчелочку. Теперь у нас тут есть... Выходим из магазина. И теперь у нас есть вот тут. Есть так вот яйцо с пчелкой. Так, подождите, вот. И вот сюда. Еще одна. О, а тут уже сразу классная пчелка в очках. Ну так. В общем, вот тут у меня уже теперь 8 пчел. И Папанда, скажу тебе лайфхак. Как вот тут можно их кормить. И в общем, например, если у тебя красная пчела, можно их лучше кормить клубничкой. Если синяя пчела, то черничкой. Ой, как им повезло, Май, я тоже хочу там сидеть в улье. А если вот такая может быть обычная, им может быть будет полезно печеньки. Круто, а можно пчелой стать? Ты уже стал пчелой. Ну, в игре я захочу не мед собирать, а пчелой, чтобы меня кормили малинками, печеньками, а? Ну, не знаю. В общем, я сейчас всех тут кормлю. Так, вот был бы рай, а? Для тебя. Да. Так, у меня тут сейчас еще 3 осталось, а так у меня тут их было 5 этих печенек. Дальше я кормлю вот эту пчелочку мою новенькую. Из серебряного яйца. Вот, у нее уже 3-й левел. Потом
это тоже, правда, у меня тут ничего такого для этого нету. Может быть, лучше это печенькой. О, голубикой кормишь? Лучше печенькой. Как ей повезло, а? Дальше клубни. Ты меня так не кормишь, как их кормишь, а? Потому что знаешь что? Я ревную. К пчелам, а? Знаешь что, папанда? Да. Я их второй раз кормлю только. А тебя я уже очень много раз кормлю. И причем я им по одной штучке даю. Понятно, папа? Все-таки меня больше любишь, да? Да. Это здорово. Это здорово, это здорово. Так, еще раз я вот эту вот пчелку покормлю. Шокированную пчелку. Так, ну ладно. Покормили и хватит. Дальше. Да, то они перестанут мед собирать, станут толстые, жирные, а? Да. И разленятся. Папанда, вот тут еще есть вот такой вот магазинчик, где я сейчас кое-что хочу купить. Ой, а там что за медведь желтый? Это нуб медведь. Нуб? Да. Я хочу либо себе вот новый вот такой рюкзачок, или новую вот. Ой, какие-то инструменты, а ножницы для чего? Ножницы, чтобы собирать мед. Ну, лучше... А цветы срезать, да? Да. Я хочу вот этот рюкзачок купить, чтобы он дает то, что ты можешь собирать 3000 мёда. 500, 3500 написано, да? Да. Ну вот, смотрите. Та-дам. Это много. Да. Ого, ты унесешь, Майя? Да. Ты же какой-то огромный, этот тяжеленный рюкзак. Ага, с ножницами. О, ножницы огромные. Я бы упал там. Нет. Знаете что, я сейчас вам один секрет показать. Ой, секреты мы любим. А так. Вы, ребята, любите секреты? Напишите в Роблоксе. Напишите в комментарии. Да. Вот это вот, за вот этой штукенцией прячется кое-что. Ну-ка. Прячем. Так, сюда и тут у нас паркур. Потайной ход. Паркур? Ой, там лава, что ли? Да. Пол это лава. Ого. Кто не помнит наше видео, тут должен его вспомнить. Да, смотрели наш челлендж «Пол это лава»? Посмотрите, да. Недавно вышел. Правда, папанда там... Ой, а я умерла. Ну вот. Кто будет сейчас мед собирать, Майя? Не знаю. О, ой, ты опять родилась. Да. Ну, в общем, если что, если там пройти это все, то там будет такая желейка, которая может вашу пчелку превратить в другую. Я очень хочу вот эту вот просто пчелку. Вот. Из обычной в другую. Прокачать? Да, прокачать. Прокачать пчелу. Да. Ого, это так. Называется тут. Ну вот смотри, папанда. Ой, что это там выскакивает у тебя? Это пчелки радуются. А, это их такие выражения, что ли, лица? Папанда, смотри, ой, прочитай. Эмоции их? Да. Тебе надо собрать 5000 красной пыльцы. А, так это легко. Сначала надо победить эту божью коровку. И мы соберем нормально этот мед. 5000, о мама. Еле-еле я собрала 4000. А у тебя вон рюкзак только рассчитан на 3500. Да, ну ничего, вот. Сейчас мои пчелки разберутся с этой божьей коровкой, которая меня хочет убить. А, кто тут еще может кто-то убивать? Да. Ага, это не так все просто. Ага. Эй. Оказывается, не так просто. Так. Собираю красную пыльцу. Так, это надо еще уловить, чтобы ты собирал красную пыльцу. Так, ладно. Сейчас будем собирать эту красную пыльцу, которую невозможно тут собрать. Ну, хотя возьму. Ага. Так, собираем, папанда. Так. Дособираем мы тут этой красной пыльцы. Хорошо, что у меня 3000 сюда вмещается. А то бы... Так. Люди... Так.
Вот, видишь, зеленая дорожка появляется. Это значит, что ты... Да, сколько ты собрал меда? Да, я уже весь этот цветок собрала. Так что потом он снова вырастает очень быстро. Так что можно не волноваться. Так, это белая пыльца. А я думал, тут пчелы собирают мед, а ты только носишь, а тут оказывается все. Нет, пчелы сама... тоже собирают медик. И вот мне помогают тосиние пыльца. Это твои помощники, да? Да. Они, правда, понемножечку мед тут собирают. Ну, конечно, ты их откормила, так они вон еле летают. Жирные такие, квадратные какие-то. Чего у них квадратные, Майя? Не знаю, это Роблокс такой устроен. Квадратные пчелы. Вот в жизни бы такие летали бы, интересно было бы, да? Ну, кто-то. Кто-то, ой, кто-то к нам пришел тут. Это пчелка. Пчелка наша пришла. Радужка, это сестричка наша там разговаривает. Да. Вот я уже полный рюкзак собрала, теперь это надо все сдать Вули. Вули, зачем Вули, Майя? Может, я пойду в игру, и ты меня накормишь мелодиком, а? Не, сначала его надо из моего рюкзака достать. О, я бы тебе очень помог бы. А, там все, пчелы помогают? Да. Ах, какие шустрые, а? Я тоже хочу туда, в игру, Майя. Ладно, в следующий раз я обязательно там буду. Да, в следующий раз. А я могу тебе помогать, как второй участник? Нет. То есть ты только одна можешь играть? Да. И что, ни одного человека нельзя? Да. Еще принять в игру? Ну, он будет... Ну, в эту карту. Ну, на этой карте он будет. А, ну так... Ну, вместе мы не сможем. Не можем? А как? Рядышком, чтоб я был. Сможем? Ты только можешь собирать, но ты будешь из своих пчел. А, так, то есть я твой мед не могу есть? Да. Ах, не все так просто, а? Да, Папанда. И все легко. Нечестно. Надо потрудиться. Нервничай самому. Так, вот красная пыльца, очень хорошо. Красная пыльца, еще одна. Мне надо красную пыльцу. Так, уже тут 3000 собрано. Так, ой-ой-ой, быстрее, красная пыльца. Сколько мне там еще? 23 секунды мне надо, а то еще раз эта божья коровка сейчас выловится. Так, в общем, собираю. Собираюсь на этот грибок. Ой-ой-ой. Вот, кто ой, не... а что это за такие какие-то мухоморы? Это мухоморы. Если что, если вот тут пропаркурить, вот там будет вот такое, такая желейка, которая улучшит твою пчелку. А, давай. Так, правда, я уже эту желейку собрала. А с таким рюкзаком, я не знаю, тут можно... Ой, да. С трудом можно перепрыгнуть. Ага. И заново надо идти. Ну, да. Так, если что... Может, мед надо сбросить, а тут тебе тяжело прыгать. Нет. Вот, все, смотри, как мои пчелки хорошо убивают ее. Ой. Они все, прям. Они ее покусали. Да. Сейчас она только ну, через... Ну, молодцы, пчелки. Да? Это. Твои защитники, оказывается, мои да? Ну, я бы тоже быстро с ними бы разобрался. Ага, спортсмен. С этими жуками. Бородатыми. Жуками-бородатыми. Божьими коробками, которые атакуют нас. Из этого куста. Если честно, тут игра, вот этот паук, он нечестно почему-то настроен в игре, потому что он может выходить за пределы вот этого поля. Так нечестно. Так, вот так. О, вот, тебе вот, еще вот, немножко осталось, Майя. Да, практически еще немного. Еще немного. Еще немножечко, давайте, пчелки, помогайте мне красную пыльцу собирать. Ой. Какие еще тут секреты есть, Майя? Секреты? Ой, это на другого игрока. О, смотри. Это на другого Боже игрока. Боже, коробка. Это на другого игрока она нападает. А на тебя не нападет она? Нет, не нападет. Все, я сделала мой квестик. Ура! Мы собрали 5000 пыльцы. Сейчас мы пойдем к этому медведику вот тому. Ага.
Надо сейчас ему сдать это. Все. Медведику? Да. Наш квест. Все, он мне дал. А, он тебе за это денежки дает? Да. Ага, а потом за эти денежки ты покупаешь что? Ну, разные увеличения. А, ну вот рюкзак ты купила, да, там инструменты какие-то. Ага, так, вот теперь еще надо квестик у него взять. Так. Квест? Да. Будет квест, он тебе какую-то карту новую даст? Ну, в общем, какой-то новый квест, стоп. А, все. Все, сейчас бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ты хочешь сейчас пройти квест? Да, Пабан, смотри, читай. Так, коллекция 6000 литров пыльцы у паука. Да, это у паука, так. Даем мед. Мед, давайте. Так, на букву Е нажимаю, и ничего не происходит. Так. Все, пчелки, вы наказаны, поняли? Почему наказаны? Потому что они не собирают у меня мед. Как мы их накажем? Зуб-зуб-зуб-зуб-зуб. Нет, лучше лишить их еще довольствия, печеньки, ягодок. Ага, это если точно. Плохо работают. Пчелки, мне за вас стыдно. С подписчиками. Так, ладно. Если честно, у меня даже вот этот вот такой вот нарядик, который у меня был в Мипсите, если что, если вы не помните. Мипсите, когда мы первый раз снимали. Вот, он тоже в цветочках. Угу. Так. Ну что, а квест ты хотела проходить когда? Да, давайте еще дособирайте пчелки. Давай квест пройдем, а? Так, сейчас они дособирают мой мед, и все будет готово. Так, все. Надо сейчас квест выполнять. 6000 с того поля. Ага. Вот про этого я паука и говорила, то что он нечестно играет, он сразу же тебя убивает. О, опасный что ли? Опасный. Мы ж не пойдем? Пойдем. Пойдем. Ради... Мы ж бесстрашные пчеловоды. Ну смотри, папанда. Я сразу же, он на нас нападает. О, смотри как, какие паутины, Майя. Да вот, он на нас уже нападает, он может... Ой, на карту. Откуда он нападает? Не, я что-то его не вижу еще. Вот. Ой, он сзади подкрался. Кошмар так, какой. Убивайте его, пчелы, поняли? Это же тарантула. Тарантула. Это да, опасный это... ядовитый жук. Это и реально тарантула. Ай, Майя! А ты как, на него напрыгнула, что ли? Нет. Стоп. Фух, пчелки, вы меня спасли. Ой, они его убили? Да, они даже этого тарантула убивают. Вот, молодцы. Так, давайте, это будет трэш, потому что у меня... Давай, у тебя уже практически 500 литров уже собрано. 600. Так. 700. Угу. 800. 900. Где 900? Еще нет. Сейчас 900 будет. Вот, 1000. Уже 1000. Еще чуть-чуть, еще немного. У этого очкарика, вот этого модного, красного, теперь четвертый левел. Это где? А, где очкарик? Ну, вот этот вот красненький, беленький, вот он. Вот этот вот. Вот. У пчелы да, ты имеешь? Да, у него четвертый левел, это очень хорошо. А почему очкарик он? Ну, не очкарик, точнее, у него просто такие модные очки красные. Ага. Так, в общем... Так ты очкариком его прозвала, да? Да. Не знаю, почему. Так ты очкариком ее прозвала, да? Ее, наверное. Да, это же девочка, пчела. Если честно, я собираюсь... Знаешь, что по панда? Тут есть такая пчела панда. Да ладно? Ну, не панда, а просто... Это вот... Которая... Вот, пчела, вот, видишь? Панда. О, точно, ничего себе, огромная? Нет, это, в общем, парень, у него есть пчела, которая, ну, медведь, которая тебе дает такие значки, и получается, что он тебе дает такие значки, и ты можешь в любого медведя превратиться, даже в панду. Я очень круто. Хочу себе такого медведика. Пчела-панду, пчела-медведя. И я его назову Папанда. В общем, смотри, Папанда, вот. Да.
Вот, видишь? Вот ого, это... Вот. Огромное количество. Да, это у кого-то. Вот, видишь, это пчела-медведь, которая превращает тебя в любого медведя и панду. Ого, ничего себе. Это классное. Я вот хочу такую завести. Я тоже. И если мне, например, попадется либо вот такая вот пчелка, вот это вот. Угу. Либо вот такая вот пчелка. Они такие смешные, да? Мордашками. Да. И либо кошечка, то я ее назову Майя. Пчелка Майя, помнишь, такой мультик был? Пчелка Майя. Пчелка Майя, пчелка Майя. Сейчас. Кто смотрел этот мультик про пчелку Майя, напишите в комментариях. Да. Еще побываем, да, смотри. Еще вот, если мне попадется еще одна, покажу, которую я хочу прозвать Майей. Сейчас. Вот это тут магазин тикетов. Тут все продается за тикеты. Вот это вот сладкая пчела. Она из желейки. О, красивая, да, такая. Да, и я ее хочу прозвать Майей. Вот это точно хочу прозвать. И они такие огромные. Они, наверное, сразу много меда собирают. Нет, они маленькие. Вот как вот эти вот пчелки. Такие же, но в магазине они выглядели как будто в два раза больше. Так, собирайте мед, пчелки. Все, здорово. На работу. Слышь, ну ты молодец, прошла тот квест и не попалась этому пауку злющему, да? Да. Круто. Ну все, теперь я готов пойти тоже в эту игру, ребята. А вы? Все, встречаемся в симуляторе пчеловода. Мы что, сходку будем делать? А я не знаю, тут сходку можно делать, интересно? Нет, тут только карта на 5 человек. Ну здорово. Все, в следующий раз я играю с тобой вместе. Да. Папанда. Да. Знаешь что? Что если вот сюда забраться, и вот сюда забраться, тут есть такой вот тикет. Вот это называется тикет, который я собрала. Вот, у меня уже их два. Да. Они прячутся, вот эти тикеты, наверху где-нибудь, да? Да, где-нибудь наверху. Их вот нужно искать, да? Да, и не только тикеты, но и из твоей обычной пчелы может превратиться другая. Вот из вот таких вот желеек. Вот. Вот одна вот тут на диванчике, и вторая около, вот там на магазине. На магазине. Да. И еще вон там вот есть одна. В общем, штука. Тут много-много, да, секретиков, да? И еще вот одна тут. И вон там вот. И если что, я еще. У кого есть 4 легендарных пчелы, и могут зайти вот в этот магазин, там на втором этаже тоже будет такая вот штучка. Вот, вот такая вот, как вот тут вот, и вот тут вот, и вот тут вот. Ну, в общем. В общем, много-много секретиков, да. Да, которые предстоит еще нам раскрыть, да, продолжая играть, да, в эту классную игру, ребята. Да. Так что подписывайтесь на наш канал Папанда и Майя. Смотрите новое видео. А чтобы смотреть новое видео, нужно нажать на колокольчик. Да, на колокольчик нажмите под этим видео. Все ссылочки на мои соцсети в описании. Под этим видео. И не забудьте про конкурс. Да. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал и пишите комментарии любой. И до встречи, до нового видео. Пока-пока, бро. Пока.